А что это за озеро такое голубое? Мамочка, говори, я пришли. Озеро голубое. А вот то, это гидроэлектростанция производства Австрии. Поэтому так красиво. Ага. Там, если присмотреться, там видно бетонные такие с дырками столбики. Ага. То есть там все под землей, поэтому все красиво. Максим еще не полетел. Ага. Да нет, это совсем не страшно. Я же говорила, что просто приятно. Угу. Нет, нет. Даже кто очень боится высоты, они после этого говорят, кажется, я переболел. Потому что, ну, реально, это не мягко. Так подергивает иногда.
желающих. Чуть 20.